Ну а пока участники карательной операции не прекращают воевать против мирных людей, украинские силовики обстреляли из гаубиц центр Краматорска, так называемый «Старый город». Также артиллерия накануне била по поселку Октябрьский. Пострадал частный дом. Кроме того, частично обрушилась пятиэтажка. По данным ополченцев, 9 человек получили тяжелые ранения, еще 11 легкие. Между тем, удалось наладить энергоснабжение подстанций, подающих воду в Краматорск, Дружковку и Константиновку. Но для того, чтобы заработала фильтровальная станция и вода начала поступать в дома жителей, этого недостаточно. Ремонтникам нужен свободный доступ ко всему поврежденному оборудованию. Но это невозможно из-за продолжающихся боевых действий. А вот подачу электричества в проблемные районы частично восстановили. Свет вернули в том числе в Краматорскую горбольницу и ожоговую клинику.